Добрый день, дорогие друзья. Добрый весенний день на нашем канале. Каждый день добрый день. Канале о жизни нашей семьи, интересных путешествиях, вкусной еде, хороших, добрых, позитивных людях, приятных новостях. Меня зовут Олег, снимает Лора. Всем привет. Недавно проснулась Анюта. Мы находимся в городе Кисловодск, как вы, наверное, да, узнали. В самом центре города, его курортной локации, Нарзанной галереи. Уже погуляли, не буду врать, и не стали показывать вам эту прогулку по парку. Прошли больше 10 километров, но вы можете посмотреть прогулки по парку в других видео. А сегодня мы снова займемся вопросом поиска арендного жилья для нашего проживания здесь осенью, а также для наших друзей и, возможно, для наших зрителей, кому это понадобится. По традиции, назовем этот вариант, наверное, вариант 2, да? По традиции я запускаю свои часы, только что сброшенные. Посмотрим, сколько по времени и по километражу идти до этой квартиры. Да, от Нарзанной галереи и от парка, соответственно. Как долго у нас займет пройти и насколько комфортная дорога. Да, и даже получится, насколько удобная, комфортная дорога с коляской. Потому что тоже ребята писали, спасибо, что показываете, удобно или неудобно, да, доступная среда в этом месте. Потому что кто-то тоже с детьми, кто-то... Много кто с детьми, с колясками. Нет, ну я имею в виду, есть и инвалиды, есть... Ну, они, да. Ну, в общем, сейчас я просто держу камеру, снимаю, потом я это поставлю на ускоренную перемотку. А может быть, где-то и не на ускоренную? А где-то и не на ускоренную. Так, а вот
бювет на улице Желябова. По грязным окнам кажется, что он закрыт. А он работает. Работает, да? Ну, вон открыто, и люди стоят. Вроде как со стаканчиками. И вот мы дошли. Давайте посмотрим, куда мы дошли. 1,8 километра, 22 минуты. Но еще раз, мы шли из-за Нарзанной галереи. Если брать начало курортного бульвара и Метелица, это километр 100, километр 200 метров да, отсюда. Минут 10. Ну, минут 12, 13, 14. Да. Итак, квартира находится на улице Кирова. Есть парковка. Я думаю, что машину точно можно будет поставить. Двор тихий, спокойный. Мы уже в парадной. Хочу отметить, что в парадной нет никакого запаха. Знаете, бывает иногда, что кошками пахнет там, подвалом и так далее. Парадная чистая. Тут есть даже график дежурства жильцов. Квартира на четвертом этаже без лифта. Но здесь просто ботанический сад. Мне кажется, в подъезде с такой зеленью очень хорошие соседи должны быть. Ну иначе бы цветы в плохой атмосфере не жили таким буйством. Ну вот, мы поднимаемся на четвертый этаж. Мы уже, собственно, пришли. Так, мы попадаем в прихожую. Есть вешалка, большое зеркало, собственно, сам коридор, и сразу идет два санузла, раздельных туалет. Вот. Там место для хранения моющих средств. Здесь ванная комната,
Ванная комната светлая, небольшая. Ну, все чисто. Есть средства гигиены. Раковина, душ. Так, здесь была небольшая перепланировка. Соответственно, объединена зона гостиной с кухней, что же удобно. Красиво переделанная, как раньше называли, стенка. Мебель, все в красивом изумрудном цвете, таком ярком, насыщенном. Вот это получается зона гостиной и зона кухни. В гостиной есть телевизор, новый диван, удобный, я на нем сидела, журнальный столик, освещение. И большой плюс данной квартиры, что здесь открывается удивительный вид на горы. Есть балкончик. Вот такой вот потрясающий вид. Здесь солнце бывает в утренние часы, а вот после обеда уже, как видите, тень. То есть квартира не жаркая. Холодильник двухкамерный, стиральная машинка, плита, колонка. Ну, и вся посуда также имеется. Здесь небольшая такая обеденная зона. В принципе, на двух человек вполне комфортно. Можно еще пообедать за барной стойкой. И далее у нас получается две раздельные комнаты. А, кстати, диван тоже раскладывается. Это получается дополнительно два спальных места. Место для хранения вещей. Спальня с таким же превосходным, потрясающим, будоражащим видом на Кавказские горы. Вот, я даже представляю, как здесь прекрасно просыпаться утром, отдергивать занавеску, и сразу ты в горах. Кровать двухспальная, матрас удобный, ортопедический, тумбочки, ну и место для хранения вещей. Напротив находится вторая комната. Здесь диван, который раскладывается, но хозяйка Вера планирует купить сюда кровать, потому что на кровати, конечно, спать удобнее. Тоже есть шкаф для хранения. А здесь окна выходят на дорогу, но дорога без активного движения. И есть даже зелень. Тоже достаточно тихо. Квартира светлая, уютная. И большой бонус, что это моя подруга. Получать сотрудников на именно период аудита совершенно фантастично. Решила выйти на балкон, показать вам еще раз этот вид. Сейчас спущусь и расскажу про условия аренды. Красота. Так, пока свежие воспоминания. Значит, по стоимости аренды сейчас в сезон этим летом квартира будет сдаваться за 3 500 рублей за сутки. На новогодние праздники квартира сдается по 5 000 рублей. В несезон 2 500 рублей. Минимальное заселение от 3 суток. Сейчас будем искать наших ребят, где они. Такой быстрый-быстрый обзор. Просто Вера сегодня уезжает. И она там собирает вещи. Но квартира мне очень нравится. И вид, и сама атмосфера в квартире хорошая. А мне еще нравится, что здесь магазин. С минеральной водичкой? Да. Да. Ну, давайте вызывать такси и едем домой обедать. А тут уже вот-вот все зацветет. Красота. Любители нарзана и минеральных вод, привет! Выпил чуть нарзана и выпил. Все, малыша повело. Что я сказал, повезло? Повезло. Повело. Выпил и повезло, если выпил.